Здравствуйте всех, с вами Феномен, и сегодня мы играем на шамане с перегрузочкой. Дып. Ну, еще тут есть парочку там интересных комбинаций, но которые провернуть крайне сложно. Да идите в жопу, у меня жопа горит, так что, дай боже, я проиграл, наверное, игр 10 подряд. Ну, не на этой колоде, на другой. Решил взять шамана остудить. Ну, на самом деле, тут навряд ли что-то получится, но, может быть, рука интересная, у друида тоже ничего в руке нету, может быть, получится поставить вольного элементаля и дракари. С этого реально может получиться что-то хорошее. Сейчас как забафаю. Дракари убивают чудо. Пошел баф. Баф за баф. Господи Иисусе. Что происходит? Колода-то работает. И... Так, 2 маны потратить, чтобы было 3 маны. Пойдет. Жесть! Вот это красиво. Тупо красиво. Сейчас можно еще на 8 в лицо пойти. Дать неистовство на 4-6 и просто пим-пим-пим-пим-пим-пим-пим. Узрите ярость огненных просторов. 1. Блин. 4-5, это хреново. Хреново. Еще и прокачка. Охренеть. Гроза на 3-4, а че нет? А я тебе говорил. Я тебе говорил. Просто 5-7. Элементаль. Добрый вечер. Почти работает. Еще чуть-чуть и вообще бы заработало. 10. Блин, не хватает, чтобы... Не хватает, чтобы красиво было. Ну ладно, мы все равно сейчас стенку поставим. Такие следующий ход неистовство. И... Ну он десятку в 6-5 отдаст. А пусть отдает. Я на 7-8 играю неистовство и выиграл. Изи. А, нет, не выиграл пока. Пока еще. Это 14. Серьезно, мне там не хватает одного урона или сколько? Что-то в районе одного урона не хватает. А нет, все хватает, господи Иисусе. GG! Жестко! Окей, продолжаем. Элементаль земли. Ну и нахер он мне сдался, а? Рука, как всегда, божественная. Просто божественная. А, нормально. Сыграю с монетки 2-8. Пропущу ход потом. Хотя это абуз. Потому что у меня одна мана свободная получается. Я могу огневичок и него и сыграть. Не могу. Вы посмотрите. Хитрый Бен все прочитал. Да ему Бен все надо отдать. Ему. Таунт. И нет смысла ролять. Я ничего не боюсь, кроме мышей. Окей. Хиксаш у него не будет, сейчас за пятерку как поставлю, он там и охренеет. Да, магия. Магия там твоя сосет, ага. Вообще через ДК сыграть, наверное, лучше. Ой, через ДК, через Лимтон.
типа такого. Ну, перегрузку, понятное дело, тоже получать сейчас не хотелось. О, господи, он еще и Талноса с собой носит. Иди помойся, а. А, это не уехал? Я думал, это уехал, думал, ну все, габелло. А нет. Оказалось, нет. Нужно сейчас сделать перегрузку, чтобы на 7 ее снять и на 8 сыграть Марин Лиса. Надеюсь, что на 7 Мане не придется играть перегрузку. Иначе габелло. Изи. Так, окей, продолжаем. Наверное, только нефритовые когти оставлю, что совсем остальное. Остальное не вкатывает. Чтоб такое сделать. Наверное, просто обилка, пока ничего там делать. Хорошо, так, он ничего не сделал. Давай, волк. Вольки! Давно не слышал эту озвучку, прям так приятно. Волки топ. Жалко, что у нас есть дрные, которые... которым плевать. Которые тебе даже перегрузку не дают. Ну, стоит на одну ману дороже, но что-то такое. Он такой себе. Ломать лицо. Песики куч! Чтоб такое сыграть. Да я так буду играть, пошел уже. Пусть он там разбирается с этой 7-8 стенкой. Удачи тебе, флаг в зубы. Так, я могу себе разблокировать. Не. Упси. Так. Охотник. Я не знаю, как шаманам на перегрузке выиграть охотника, потому что охотники всегда их гнули в свои времена. Ну, может быть, что-то да поменялось. Ну, типа два портала, по идее, если там котики придут, у меня есть зачистка. Даже так. Окей. Всегда 2-1. Могло быть только 1-1. Вот это прям мое. Блин, 3 уехи есть. 4-3. Звери предали. Вау. Вот это лютая карта, конечно. Это прям лютейшая. Сейчас пушка прилетит. Хотя я уже не знаю, что у него там есть. Типа, одинокий охотник. Вот это топ-карта, конечно. Просто топ-карта ЕУ. А, ну нормально, смотри, как у него все складывается. В какой-нибудь другой катке он бы просто отсосал бибон. А так как он играет против меня, то против меня эта комба работает, естественно. Там еще, небось, Кода 2-4, который... Сейчас еще баф получил. Окей. Что-то мне нехорошо. Там какой-то охотник на предсмертных хрипах. Нахрена ты сдался, господи Иисусе. Добавился в друзья. Давайте-ка узнаем, что он хочет мне сказать этим. Хорошее начало. Целых 3 карты нужно убирать. Блин. Ну кто ж знал, что защитники Дракари придут. Оу, щит.
Оу, щит. Попробуем рискнуть, попробуем рискнуть. Может быть, это окупится в дальнейшем. Ебой. Конечно, там великаны выйдут, но все же. Будет обидно стрелу получить. Стрела аж 3 стоит или 4? В такие моменты у тебя это просто вылетает из головы. Жалко, не могу снять перегрузку сейчас. Он из моих шонгрей. 1-4, вот это интересно. Что оно там делает? 5, значит смогу 7-8 поставить, по идее. Вау. Просто вау. 1-7 таун. Чё-то это не то, что я ждал. 4-5 таун. Чего? Чего? Что ты такое? Люто. Пять. Я могу как-нибудь. Да я отдам, наверное, его сюда. Это сюда. Восьмая мана пока не скоро. Ну как не скоро? Через манку. Поэтому, по идее, ему сейчас никак не отконтрить стол, если у него нету взрыва. А мы через жажду крови его уаншотаем. Да это пофиг. GG. Так, вот тут интересное у нас начало. Грозу убираю, тотем языка пламени тоже нахрен. Я не знаю, чем мне на самом деле мулиганить. Вот это интересно, интересно. С монетки ставим 3-3. Знаете, он играет квест, я сдаюсь просто. Я даже не буду играть, мне просто неинтересно. Господи, это дракономаг. Как же он долго думал, я чуть не умер. Ты можешь ходить нормально, нахуй, как человек, ты не как ёб. Интересно. А нет, ты посмотри. Ну, серий. А я тебе говорил. Господи, этот маг, чтоб ты сдох просто, серьезно. 2 дня собака ходит там, выбирай, что ты там, господи Иисусе. Пусть делает себе перегрузку. Мне плевать. Блин, тут могло бы все круто получиться. Я бы мог даже попробовать реально дохрена урона внести, типа там 20 урона. Если бы не эти 2-8 таунта. Я бы мог реально нормально так пройтись по нему. Не хочу тратить безумного алхимика, потому что у него может быть вестник второй, это раз. А 2 это то, что, ну, комба. Хотя какая уже комба там. Комба-то закончилась уже. Но осталось еще вот это. Нормально. Вот это прям норм. Норм влетело так в лицо. Эй. Блин, думал рывок. Черт! Какой рывок за одну ману? У кабан, например. Патчес, например. Нормально я его проутюжил.
Ай, барет. Катка какая-то бредовая. Но зато не в 100 ветра сработало прям нормально. Нормально. Доходи уже, а! Как же мне надоели эти дауны. Прикольно, еще бы сейчас проиграть какому-то идиоту, который походить не может. Тебе понравится мой новый рецепт. Так. Нормально я СПД ральнул. Прям божественно. Один урон нанести. Один. Совсем один. Ой, господи, ну какой же ты долгий. Я сейчас просто умру. Окей, дальше что? Какой же ты даун. Просто конченый мудак. Я не знаю, просто конченый. В общем, ребят, такая колода никому не советую. Очень медленно. Сложно реализовать ее. Может быть, если ее подредактировать, добавить вот тех самых кобыл, которых ему я в прошлом видео показывал. Если собрать базу вот из тех 10 карт и, может быть, подобавлять вот эту перегрузку, то вполне, может быть, колода заиграет. И, я думаю, будет нагибать тоже, дай боже. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, всем удачи, всем пока. Не забывайте написать комментарии. Ну а ты, Мак, пошел в очко, понял? Просто в очко пошел. Я с ним играл, не знаю, минут хер знает сколько. Он меня просто задрал. Этот дебил, который просто до конца, сука, ходит, ждет там до этого фитиля. Потом ходит. Такой дебил, Господи Иисусе. Сдохни! Up and home.